Привет-привет, ребят, с вами Талига, и сегодня я вам постараюсь рассказать, как установить на ваш VPS сервер с операционной системой Ubuntu 11 графическую оболочку XRDP. Собственно, подключаемся к серверу через пад типу SSH, далее логинимся, и, собственно, вам надо ввести некоторые команды, которые будут в описании под этим роликом. Вот эти все команды для Ubuntu 11, повторюсь, не для какой-нибудь там Ubuntu 14, а вот именно для 11. Копируем все по отдельности эти команды и, собственно, вставляем их. И, собственно, у вас, не помню именно в какой команде, но может вылезти вы такое окошко, где вас спрашивают, соглашаетесь ли вы с установкой. Y — это да, собственно. Нажимаете, не отступает ничего, просто пишите букву Y и Enter, и у вас установка идет дальше. Если вы N — это нет, нажимаете Enter, то установка прекращается. Это все. Устанавливайте оболочку на ваш VPS сервер. Пользуйтесь, радуйтесь. Всем пока.